Время 4:30, рассвет. Ночь прошла относительно спокойно. Сегодня в планах съездить на Вагродовку, наведаться на квартиру в гараж, забрать ценные вещи и помочь друзьям с эвакуацией. С добрым утром, Селина. Поветрена тревога. Теперь надо быть аккуратным. Очень-очень аккуратным. Город обстреливается каждый день. С утра до вечера. Ну, теперь будем деть. Будем держаться. Гаражи погорели. Ой-ой-ой-ой-ой. Новогродовка бедная была атакована. С лица земли стирают. Делают эти подонки, стирают город с лица земли. Такие последствия людей, блин, нафиг оставили без жилья. Машины погорели у людей. Что же вы творите, а? Заскочил в подъезд, летает дрончик. Неизвестно, либо наш, либо вражеский. Надо быть предельно аккуратным. Люди бедные собираются. Последние вещи, которые остались, уцелели, блин. Пытаются выехать, а здесь еще и дрончик летает какой-то над головой. Главное, чтобы не свинособацкий. Неизвестно. Слышно, летает прям над домом. Надо быть очень аккуратным. Приехал проведать квартиру. Ну, тут все повылетало. Надо, в общем, быть предельно аккуратным. Ехать уже, наверное, отсюда. Пожалуйста, я прошу всех лучших людей эвакуироваться отсюда, блин. Ой-ой-ой-ой, блин. Ехал со стороны Новогродовки, решил заехать до своих хороших знакомых, друзей, узнать, дома ли они, собираются эвакуироваться. Потому как по обстановке я бы лучше порекомендовал им эвакуироваться и уехать отсюда. Обстановка напряженная. Привет, дружище, голубоглазый. Какой пес красивый. Привет. Ты на привязи? Оторвался с привязи, небось прилеты были, да? Он еще один красавчик сидит, за воробьем охотится. Вот такой дружбанчик сидит. Ну, судя по всему, возможно, Санька и Марина выехали.
потому что никого не дозвался. Ну, слава богу, отсюда надо уезжать, спасать свои жизни. И... ух ты, блядь. Мариновский мост, здесь надо быть предельно аккуратным, быстро ехать, потому что дрончики кошмарят, часто быстро проезжать.